Так пел крошка-енот в одноименном знаменитом советском мультфильме «От улыбки хмурый день светлей». Эта фраза сегодня воплотилась в жизнь. Десятки улыбок радостных детей растопили тучи и выглянуло солнце. Благотворительная акция «Исполни видную мечту» собрала более 40 ребят. Это особенные дети, которые нуждаются в наибольшем внимании. Очень важно поддержать их, да, показать им свое внимание, показать, что вот есть вот это чудо, то чудо. Это не просто новогоднее чудо, а просто, в принципе, сам смысл чуда – это то, что каждый из нас может сделать для другого человека. Благотворительная акция «Исполни видную мечту» проходит уже в третий раз. До этого ее организовывали в крупных торговых центрах, где на елке вешали письма ребят с пожеланиями подарков главному зимнему празднику. В этом году акция состоялась в кинотеатре «Искра». С письмами благотворители ознакомились заранее. Все желания были исполнены. Я хочу поблагодарить администрацию Ленинского округа, городское поселение «Видное» Моисея Исаковича Шамаилова, поблагодарить тех, кто сегодня нам этот праздник подарили. Это МБУ «Энергия» и Центр досуга «Дроздова». И хочу поблагодарить всех, кто, как говорится, посильный вклад внес в этот замечательный праздник. Поздравить ребят с наступающим Новым годом на праздник пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Они провели с детьми интерактивные игры. Юные гости остались в восторге. Весело, хорошо, классно. Что больше всего вам понравилось? Ну, как вошла Баба-Яга. Почему? Ну, потому что она веселая. Все было круто, ну и красиво. Классный праздник, мне все понравилось. Идею проводить такую предновогоднюю благотворительную акцию подхватили и другие регионы России. Ленинский городской округ не отстаивает пальму первенства. Как акция будет называться и где проходить, это не важно. Важно, чтобы дети всей страны были счастливы и их мечты сбывались. Не важно, кто первый. Важно, что эта акция имеет все больше и больше сторонников. Я думаю, что праздник для детей получился. Вот это самое главное. В завершении праздника для детей было организовано чаепитие, во время которого они с улыбками на лицах рассматривали свои подарки. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.